Если вам не хватает тепла в эти холодные осенние дни, то приготовьте себе и своим близким этот яркий и сочный гарнир – цветную капусту, жареную с овощами. Сейчас я расскажу вам, как приготовить цветную капусту, жареную с овощами, самый веселый и вкусный гарнир на свете. Уж не знаю кому как, но лично мне и моим детям такое блюдо всегда поднимает настроение, ведь здесь такое изобилие цветов и вкусных овощей. Ну а если у вас и так отличное настроение, то приготовьте такое овощное великолепие просто для общей пользы организма, ведь сейчас осень, и нам так не хватает витаминов, да и в летний период ничего лучше не придумать, как приготовить свежие овощи с огорода все вместе. Кстати, вы можете включить свою фантазию и без проблем привнести изменения в это блюдо и добавить свои любимые овощи, все в ваших руках, а все продукты, которые мы здесь сегодня будем использовать, без проблем можно купить в любом магазине, поэтому приступаем к приготовлению, а я в свою очередь расскажу вам, как сделать цветную капусту, жареную с овощами. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Для начала подготавливаем продукты. Тыкву нарезаем на средние кубики со стороной в 3-4 см, а брокколи и цветную капусту разбираем на соцветия, наливаем в кастрюлю воду, а когда она закипит, опускаем в нее соцветия на 1-2 минуты. В сковороду наливаем небольшое количество масла и обжариваем на нем вначале тыкву 5-7 минут, а затем добавляем брокколи и цветную капусту, накрываем сковороду крышкой и жарим на медленном огне почти до полной готовности овощей. Теперь болгарский перец, желательно разного цвета, нарезаем на небольшие кусочки, выкладываем его на сковороду к остальным ингредиентам и добавляем горошек, все вместе жарим несколько минут, а в конце приготовления солим и перчим, перемешиваем, теперь можно сбрызнуть уксусом или лимонным соком. Красота, не правда ли? Приятного всем аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Капуста цветная, 300 грамм. Брокколи, 200 грамм. Тыква, 200 грамм. Перец сладкий болгарский, 2 штуки. Горошек зеленый консервированный, 100 грамм. Уксус, по вкусу, можно заменить лимонным соком. Масло растительное, по вкусу. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пусть вам сегодня повезет.